Українські та російські війська ввели убі резерви, і літня кампанія 2023 року вступає у вирішальний момент. Почалися бої, які визначать хід кампанії цієї. Да, уже можно так говорить, идут расширения плацдарма вдоль первой линии обороны российской, а расширение до определенных значений в районе 20 километров, если пройдем вдоль линии обороны, то это уже готовый плацдарм резерва, стратегического резерва, а это уже дальше выход на оперативный простор и движение намного скоростнее, чем, по крайней мере, пока мы проходили в зону перед первой линией, то есть минные поля и заграждения. И вот именно это уже видят, по крайней мере, некоторые обозреватели, некоторые журналы и как-то прогнозируют, пытаясь быть на волне, так сказать, прогнозов. В ближайшее время, скорее всего, это уже и будет. Но опять, все будет зависеть от замысла главкома. Дело в том, что под проход по одной линии. А если в замысле, допустим, и в планах выход сразу по трем, как мы с вами говорили, то, значит, будут ждать, пока отработают вторую, третью линию, точки после того, и после этого уже только выходить. То есть все зависит от замысла, потому так как вряд ли кто-то может спрогнозировать этот замысел, ну, можно примерно, исходя из формул и задач по выполнению боевых действий, можно это все сложить, но именно что именно задумал главком, а это знает только главком, потому можно только догадываться, по крайней мере, о его планах. Иван Григорьевич, а мы уже загнали россиян в оборону під час контрнаступу? Ну, они давно уже в обороне по направлениям запорожскому, херсонскому направлению, неоднозначно в глухой обороне. Там пытаются на контратаках, но это не атаки как таковые. Пытаются они наступать только, можно сказать, в двух-трех локациях. В район Донецка, там наступательные действия на Маринку и на Авдеевку, мы постоянно это видим. Район Кременной, вот там также были наступательные действия. Сейчас район еще Купянска добавился, они там туда подтягивают более-менее подготовленные части, в основном это Балтийского флота, да, десантников. Некоторая, правда, и сборная Солянка, тем не менее, но собирают, так сказать, наступательное соединение. А больше они уже нигде не наступают. То есть они практически в полной обороне по всей линии фронта. Вот это последние, так сказать, остатки мощности российской. Но есть еще несколько армий, которые еще не вступали в бой. Вот есть одна армия в районе Токмака, она в основном будет, скорее всего, как заградительная использоваться либо на запорожском, либо на херсонском направлении, но не наступательная, то есть в режиме обороны будут работать. Армия есть, у них несколько бригад в районе Мариуполя, это тоже в таком же режиме, то есть в режиме заградительном, если из-под угледара наши войска двинутся в сторону Волновахи и Мариуполя, она будет как-то использоваться и удерживать украинские наступающие войска вдоль линии Донецк-Волноваха-Мариуполь. То есть вот эти армии, но еще раз повторюсь, они в режиме обороны, потому здесь однозначная инициатива у нас, мы выполняем и планируем, и продолжаем выполнять наступательные действия. Я чому вас про це запитую? Тому що в Пентагоні сказали, що загнавши росіян, от українські військові зробили диво, кажуть в Пентагоні так про це. Дивіться, і при цьому, Роман Григорович, немає прикриття з неба, немає авіації. Вашингтон Пост пише про те, що Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів. Перша група з 6 українських пілотів завершить навчання на винищувачах, щонайменше наступного літа. Вам не здається, що затягується процес із літаками? Нет, однозначно мне это не, так сказать, я в этом уверен, я просто думаю, как правильно это сказать, я в этом уверен с прошлого года. Как только началось движение, реальное движение в прошлом году по подготовке летного состава, выделены были 100 миллионов долларов тогда на подготовку, были определены определенное количество летчиков, то есть завертелось, и сразу было видно, что реально в прошлом году нас подготавливали, то есть готовили к переподготовке летного состава и передаче самолетов в прошлом году.
А после этого включился режим, скорее всего, поставили на растяжку с передачей Су-35 Ирану. Там интересант, понятно, Израиль, хотя генератор этой идеи может быть и Москва. Ну, то есть как-то через Израиль зацепить американцев, чтобы они не передавали нам F-16. И вот после этого находится миллион причин, чтобы нам их не передать. И вот опять продолжается та же песня по кругу, которая уже идет. То есть и гранаты у нас не той системы, и летчики не туда смотрят, и говорить они не могут, ну и т.д. и т.п. Поэтому если хочешь что-то сделать, ищешь средства. Если не хочешь что-то делать, ищешь причины. Так вот сейчас нам второй год скармливают причину, по которой нам не могут передать самолеты. Вот это, так сказать, тут не то, что кажется, это тут уверен уже на 100% о том, что это именно так. То есть находят причины, чтобы нам не передавать самолеты, чтобы мы быстро не уничтожили российскую армию. А еще, если дальше посмотреть, то закрадываются уже такие сомнения о том, что те люди, которые отвечают за передачу самолетов, а это в основном Белый дом, то есть принимает решение, это по большому счету Байден и его там 2-3 человека, которые рядом на ушах висят, типа Салливана и Бернса, они дают возможность, с одной стороны, россиянам подготовиться как это было дано, возможность подготовиться к передаче тяжелой техники, подготовиться к передаче самолетов. То есть есть время у россиян еще год для того, чтобы поставить на крыло летчиков, подготовить, увеличить количество самолетов, поднять их с мест хранения. Уже есть информация о том, что чуть ли не МиГ-21 с хранения поднимают, запускают, ставят на крыло, восстанавливают. И уже количеством задавить те F-16, которые нам будут передаваться. То есть есть и такие мысли в том числе, потому как бы нашим партнерам не хотелось нас втянуть в эту политическую свою игру, это политическая, то есть вплетают, во-первых, в договорники, которые, может быть, нас напрямую не касаются, и вплетают в политические определенную канву следующих выборов, то есть выборов в следующем году. Вот это не очень хорошо, так это мягко скажем, не очень хорошо, так как затяжка еще на год передачи самолетов, на год затягивать боевые действия. И вот это уже вызывает, ну, вопросы к нашим партнерам. Понятно, что мы их оставим на часто получается мы в таком безвыходном положении, которое нам загнало наши же все правители. Правительства в течение 30 лет, которые страной руководили, не купили ни одного самолета, в конце концов, за все это время. Но потом, после победы, после окончания войны, мы эти все вопросы поднимем и вспомним. То есть у нас, мы, конечно, не злопамятные, отомстим и забудем, но этот вопрос будет поднят. Просто якщо мова йде про літаки тільки наступного року, да, беремо рік, Романе Григоровичу, і ви кажете, росіяни готуються, і в них ще є рік, а потім тільки, ну, я прогнозую, так, бойові дії. Тобто мова про завершення війни в наступному році може і не йти. Нет, это как раз говорит о том, что окончание войны будет в следующем году. То есть американцы спланировали разгром Российской Федерации именно в следующем году под выборы Байдена. Дело в том, что без победы украинских войск над Россией у Байдена нет никаких шансов переизбраться. А вот победа наших войск, но это должна быть победа вот как раз в следующем году, когда в канве подготовки к выборам. Вот тогда это все сыграет. А если это все будет раньше, там на год, то этот положительный эффект, он за полгода как минимум нивелируется. И те отрицательные моменты, которые есть в экономике, в политике, в геополитике, они могут накрыть эту администрацию, которая сейчас руководит Америкой, и не дать переизбраться Байдену. Президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю Washington Post, що все дуже просто. Наразі, він каже, російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що гинуть не американські солдати. І він додав, якщо ми не зупинимо Росію наразі, то доведеться заплатити дуже високу ціну. Як трактувати його слова, Отроман Григорович?
Ну, во-первых, сейчас в Польше такая предвыборная уже гонка начинается. Есть некоторые моменты, связанные как раз для внутреннего потребления, хотя президент Дуда, ну, точно прав в этом смысле. Сейчас есть возможность у западной цивилизации малыми силами практически без крови для них, кровь мы проливаем, дать нам достаточное количество вооружений и быстро закончить этот империалистический проект Российской Федерации. А если этого сейчас не сделать, и у России будет время на подготовку, на дальнейшее движение, она может в конце концов собраться, запуститься, раскрутиться, и тогда уже надо будет большой кровью уже американцев, европейцев, большой кровью ее останавливать. Ее остановят. Сил, средств для этого хватит. Но тогда будет очень много крови, очень много жертв, и разрушенная Европа, а может быть и Америка, потому что россияне же не могут и на Аляску двинуть, там ближе, по крайней мере, до Америки через Восток, чем двигаться через Запад. Поэтому сейчас вот Дуда как раз это прогнозирует и показывает, ну и своим избирателям, то, что он это видит, и показывает западной цивилизации, что уже хватит спать и хватит этих всех политических уверток. Нужно передать достаточное количество вооружений, которые есть у наших партнеров. И самое интересное, они их готовили всегда последние там 50 лет как раз для борьбы с Советским Союзом, а потом с Российской империей. Ну так вот, есть такая возможность. Дуда об этом как раз и говорит. От, власне, про передачу зброї є інформація про те, що Німеччина може надати нам Тауруса, якщо їх запрограмують не бити по Росії. Якщо ми їх отримаємо, Григоровичу, все ж таки, ну от ми маємо застосовувати їх тільки для звільнення Криму. Скажіть, як ви це бачите питання все ж таки? І чи тільки на таких умовах ми зможемо їх отримати? Або якщо ми їх отримаємо, Григоровичу, тоді, скажімо так, у Росії які об'єкти під першочерговою небезпекою? Ну, зная наших умельцев, вот как только нам передадут ракеты и скажут, мы там что-то накрутили, и вы по России по ней не попадете, будут сидеть неделями, крутить в обратную сторону, чтобы по ним жахнуть по Москве, и потом сказать, ну ничего вы там себе, немцы, не накрутили, мы тут себе перекрутили. Когда вот ставятся такого рода условия, как раз сразу включается механизм отрицания. Нигилисты такие украинские, то есть тут же сделают так, чтобы этот Таурус долетел до Москвы, то может и до Урала-Гонзавода, хотя в принципе 2000 километров пролететь сложновато. Ну а если при передаче не надо ничего крутить, дайте нам Таурус и просто скажите, вот по территории России, пожалуйста, не бейте. Ну все, вопросов нет, часть Крымского моста, она на украинской территории, с Керчи и дальше, там 12 километров наша экономическая зона. То есть мы жахнем по западной части Крымского моста, отминусуем его и скажем большое спасибо немцам, для того, так как выключим, по крайней мере, одну из серьезных цепочек поставки военной амуниции в Крым и дальше на Херсон и на Запорожье. То, что немцы пытаются связать передачу Таурусов, допустим, с атакамсами, была такая, по крайней мере, мысль, они вроде потом от нее ушли, но она была. Это неплохая мысль, так как у них хорошо получилось это с передачей Леопардов и Абрамсов. Тогда Шольц выдавил из Байдена обещание передать нам Абрамсы. Вот первый батальон, 31 танк, уже заходит, ну, по крайней мере, будет в Украине. То есть вот если так еще Шольц выдавит и атакамсы с передачей Тауруса, то мы будем очень благодарны немецкому народу и за такого в том числе действия. И Німеччина має передати дві установки Петріотів. Бачили ми атаки, Романа Григоровича, вчора по Запоріжжю, так, влучили в готель, де напередодні за день виїхали діти, а сьогодні били вже кинджалами. По Києву всі ці уразла наші системи ПВО. Все ж таки, от наскільки це для нас є посилення? Ну, дві установки, это если это будут ПАК-3, то есть противобаллистические ракеты, это 16 ракет в одной установке, две установки, 32 ракеты, это минимум, которыми можно будет работать. Это такое серьезное усиление или одного, или двух патриотов, которые где-то у нас развернуты.
То есть как минимум плюсом в 40 километров, если это противобаллистические, 150 километров, если это ракеты против аэроцелей, добавятся, по крайней мере, к тем системам, которые у нас уже развернуты. Мы просим у всех наших партнеров, которые присутствуют на в Рамштайне, там больше 50 государств, вот у всех, у кого есть, просим, практически все нам передают, вот немцы передают. Одна у нас государство одно есть, они никак не поймут, они там между умными или красивыми, вот где-то зависли в принятии решений. Израиль, мы запрашиваем у них противовоздушную оборону, у них есть и пращащая Давида, и вот хороший зенитно-ракетный комплекс ХЕЦ, и не получаем подтверждения. Передают пращу Давида Финляндии, а нас опять обходят по широкой дуге. Их собираются, их соотечественники, хасиды, в Умань, вот у них сейчас праздник Рос-Хашана. И вот даже для Умани, для того, чтобы прикрыть своих соотечественников, они даже не думают передавать ни одного зенитно-ракетного комплекса для прикрытия этого города. Там будет тысячи хасидов в этот праздник. Они на могилу Нахмана, цадика Нахмана, приезжают каждый год. То есть и этого не делают. Даже не подключают, не увеличивают и не подключают свои правоохранительные органы, хотя каждый год полицию присылали для того, чтобы контролировать это все перемещение. Потому сейчас, я думаю, есть смысл, и реально надо поддержать нашего посла, который борется с этим израильским правительством. Народ Израиля, там большинство за нас, они много помогают. А вот правительство Израиля вот ведет себя, ну, мягко скажем, неадекватно, по крайней мере, тем проблемам и тем вызовам, которые сейчас есть. И поддержать нашего посла Женю Корничука, то есть, который сейчас проталкивает и озвучивает идею перекрыть, допустим, вход, въезд хасидов, то есть забрать безвизовый режим у Израиля и вплоть до того, что вообще выбросить их с Рамштайна. Убрать их из Рамштайна, и если они нам не помогают такими мощными методами, то они там просто не нужны, это имеется в виду правительство. Но рядовые граждане Израиля, помощь идет, и, но она не правительственная, то есть она и дальше будет идти. А вот с правительством надо так правильно, жестко поступать, показывать вот эти все израильско-российские танцы, которые в последнее время они начали танцевать, там увеличение дипломатических миссий и так далее и тому подобное. То есть эти моменты хорошо подсвечивает наш посол, он как раз ведет такую борьбу с Нетаньяху, с правительством, хотя, опять же, там пытаются американцы, Белый дом, вернуть обратно Беннета, то есть еще та же чудо, еще то, которое в прошлом году сдавало Крым и Донбасс вместе с Абрамовичем. То есть такая работа и ведется, я думаю, додавим мы это правительство израильское разными методами. А вот ему, так сказать, в противовес, вот немцы как делают, то есть возможность, нам передали две пусковые установки. И вот в таком режиме, вот это, где наши партнеры, вот это наши партнеры. Наши партнеры в Европе. Европейцы, естественно, англичане, Великобритания, Америка, Канада, Австралия, то есть очень много стран нам помогает. Реально помогает, они не сказки рассказывают про великую миссию народа. Роман Григорович, я уточню, а чому уряд Израилю займає таку позицію? А это уже к ним вопрос. Это, кстати, на тот вопрос, который ответа, по крайней мере, даже наше посольство не имеет. Непонятно, почему такая позиция. Вот реально непонятно. И кто ее генерирует, непонятно. Такое впечатление, она генерируется не в Израиле. Ну, то есть народ Израиля за Украину, народ Израиля помогает украинскому войску. Есть в войсках даже израильтяне, то есть конкретные израильтяне, которые приезжают и воюют в интернациональном легионе против россиян. А вот правительство Израиля занимает такую, ну, еще раз скажу, неадекватную, по крайней мере, пока позицию
чувствуется внешнее управление. Вопрос, откуда это внешнее управление? Московское это, допустим, Вашингтона или еще какое-то. Ну, это будем потом разбираться. Я думаю, тот же Беннет расскажет, если ему по 100, вернее, если кому-то из, допустим, участников этих всех сделок жахнуть 111-ю, и дальше уже Беннета как свидетеля, по крайней мере, сначала опрашивать и вызывать. Я думаю, тогда он расскажет, кто, чего, где и сколько. Но для этого есть спецслужбы, они этим будут заниматься. Сейчас у нас очень хорошо начала работать наша разведка, причем все три ветки разведки, и служба внешней разведки, и будановцы, гуры, и малюковцы, контрики Малюка. То есть они этот вопрос, я думаю, дорешают, по крайней мере, та информация, которая есть у меня. У меня есть друзья везде с 2014 года, 2014-2015, да, они уже там и работают. Решат они этот вопрос, просто так никто не оставит. Якщо говорити ще про союзи, так і наших партнерів, Валерій Залужний зустрівся із начальником Генштабу Збройних сил Словацької Республіки, обговорили потреби Збройних сил України та працювали на одному з командних пунктів. Залужний каже, що ми потребуємо боєприпасів та засобів ППО. Ось ця зустріч, Іван Григорович, вона чисто якась робоча, чи все ж таки можемо ми тут розраховувати також на якусь допомогу? Нам все помогают. Вот все, кто участвует, все помогают однозначно. Это с одной стороны, это рабочая встреча, ну а с другой стороны, она приведет однозначно к определенным действиям. Будем мы получать боеприпасы, будем получать технику. То есть это такие рабочие. Эти встречи проводятся очень многими нашими военными и политическими руководителями как раз в этой конве. Вот чем надо заниматься всему нашему дипломатическому корпусу? Добыванием вооружений. Забыть за все рестораны, которые там кто-то где-то открывает и строит. Забыть за личные какие-то моменты. Первая задача – достать оружие. Разными методами. Уговорами, переговорами. Можете сплясать даже это самое, какой-то гопак перед, допустим, нашими партнерами, ну, только чтобы дали вооружение. Вот это первая задача дипломатов, которая сейчас должна быть. Все остальные задачи должны быть после победы туда сдвинуты, на потом называется. И это, кстати, дипломатия, она очень много чего может решать. Не справляются дипломаты, замените. Не справляются в Министерстве обороны, в Укроборонпроме, замените. Есть люди, которые разбираются. Здесь надо очень быстро принимать кадровые решения. И чем быстрее, тем лучше. Романе Григоровичу, Валерію Залужному після засідання РНБО доручили призначити керівників територіальних центрів комплектування офіцерами, які безпосередньо беруть участь у бойових діях та після проходження ними перевірки СБУ. Скажіть, будь ласка, як ви, в принципі, ставитесь до цієї ідеї? Тобто, ну, бойових командирів забрати, а замість них кого відправити? Всіх обласних воєнкомів наразі звільняють. Відправити туди їх, чи є в них досвід, а людей з досвідом забрати? Ну, тобто, яка ваша думка? Ну, это же системная ошибка, я уже говорил неоднократно. Ее не должно быть, этой системы военкоматов и сбора, набора людей с улицы. Ее просто не должно быть, даже в воюющей стране сейчас. Ее надо однозначно переформатировать, переводить на систему набора и отбора военнослужащих, будущих военнослужащих, мотивированных, то есть надо поднять мотивацию. Сейчас остался только один механизм поднятия мотивации, это финансовая, то есть финансовая составляющая, поднимать денежное содержание до тех пор, пока не выстроятся очереди в бригады или в центре комплектования. Опять, без военкоматов, это вся советская система, она коррупционная до мозга костей, кого бы ни поставили военкомом, это она, система сама сохраняется. Вот сейчас придут новые военкомы, они потом начнут бегать с чемоданами и спрашивать, кому нести. Как новая власть заходит, и тут же военкомы выстраиваются, спрашивают, да кому нести, чтобы дать дальше. А так как система так работает, ее просто не должно быть. По-другому это все надо делать. Есть очень много в мире приемлемых систем в подготовке военнослужащих, набора военнослужащих. Ну а и вторая часть – это профкомиссии, то есть профпригодность. Мотивация первая
Вторая – профпригодность. Профкомиссия отбирает из тех, кто хочет выполнять боевые задачи за хорошее денежное вознаграждение, отбирает профессионалов и пригодных для выполнения профессиональных задач. Это примерно подход, как летчиков в свое время и сейчас, в принципе, подготавливают. Та же картина, то есть есть определенное большое финансовое удовольствие, а дальше уже профкомиссии выбирают, можешь ты летать, не можешь ты летать, по разным параметрам, потому в летный состав попадает на самолет уже люди высококвалифицированные, и с ними уже никаких проблем нет. Но то же самое должно быть и в армии. Вот такая система должна быть. А замена одних на других, ну, она даст какой-то эффект изначально, стартово, допустим. Но в конце концов система сама себя перемелет, и она сама себя восстановит. Они все эти системы, коррупционные системы, они все самовосстанавливающиеся. Их надо просто полностью рушить, вот тогда она как-то себя уже не восстановит. Это эти системы и военкоматов, это система налоговой, система таможни. Их надо просто обнулять, переходить, допустим, таможни налоговой, переходить на отчисление от транзакций. У нас за год больше 200 триллионов гривен транзакций проходит, 1%. 2 триллионов будет достаточно для выполнения бюджета и пенсионного фонда. Пенсионный фонд надо также разгонять, они просто не нужны, потому что Минсоцполитики работает перевести на карточки. И этих моментов очень много. Это вот так делается. Ну а такие косметические методы, ну они приведут к какому-то эффекту на данный момент. Но ненадолго, и опять же эта система восстановится, будем думать, дальше, а что дальше с ней делать? Потому лучше сразу переключаться на правильное, грамотное выполнение задачи. Вот у нас сейчас есть возможность подзачистить нашу страну от ненужных, абсолютно ненужных нашему государству функций, которые выполняют вот эти схематозники, которые придумывают целые схемы для того, чтобы коррупционные схемы, для того, чтобы, а дальше создают службы государственные, как раз для того, чтобы они поддерживали эти коррупционные схемы. Потому здесь надо чуть, так сказать, выше взлететь, называется, над проблемой, посмотреть на нее сверху, сбоку, для того, чтобы увидеть целое поле этих проблем и понять, как с ними надо разбираться. І от про схеми. Черговий скандал в Міністерстві оборони. Журналісти з'ясували, що Міністерство оборони придбало верхній одяг для Збройних сил України по тричі завищеним цінам. Везли куртки із Туреччини по одній ціні, заїхали в Україну зовсім за іншою ціною. Там вже є кримінальна справа, будуть там вони розбиратися, але все ж таки, Романе Григоровичу, як... От ви тільки що поговорили, так треба повністю все змінювати. Також є інформація про те, що Володимир Зеленський начебто шукає заміну міністру оборони Олексію Резнікову, і начебто були перемовини із віце-прем'єром Кубраковим, а також міністром з питань стратегічних галузей Камишиним. От ви як вважаєте, чи потрібно замінювати міністра оборони, якщо потрібно, чи зміниться ситуацію, і якщо не Резніков, то хто? Ну, Резнікова давно треба було убирати, вірніше, не так. Резнікова нельзя було ставити. Любой министр обороны, у него должно быть профильное образование. Да, по закону он должен быть уже гражданским, ну, то есть не проходить военную службу, но профильное образование у него должно быть, он должен понимать, о чем речь. То есть человек должен закончить военное училище, должен где-то отслужить, потом уйти в отставку или в запас, в зависимости от лет. И дальше он может выполнять задачи министра обороны, потому что у него есть профильное образование. Он может отличить один патрон от другого, один калибр от другого, самолет одной модификации от другой. Ну, то есть это должно быть. А ставить на министра обороны человека без профильного образования, ну, это, как мягко скажем, глупо. Ну, а в воюющей стране это уже на грани преступления, потому что человек, который не разбирается, не имеет профильного образования, он в многом чем не разбирается просто из-за того, что не из-за того, что он какой-то не такой там или глупый или еще что-то. Нет, у него просто нет базовых знаний. А без базовых знаний его подчиненные, которые схематозники, могут быть легко. Они ему будут рассказывать, что яйца меряются не в штуках, а в килограммах или в квадратных метрах. И вот после этого этот министр будет это толкать в эфир, что это 17 гривен – это
не за штуку, это оказывается за квадратный километр, еще бы лучше сказал. Это я утрирую, но примерно показываю. Потому что те куртки, которые сейчас зашли, шлемофоны, может быть, сейчас он скажет, что это шлемофоны как раз для этих яиц, которые по 17 гривен, и потому они такие дорогие, потому что там генофонд сохраняется нации, что угодно ж может прилепить. Потому для того, чтобы этого не было, на место Резникова давно пора уже убрать, и уже верховному главнокомандующему этот вопрос уже надо решать, причем вот, вот сейчас есть, еще тем более уже есть такой повод. А вот ставить надо военного, найдите генерала, обязательно генерала, то есть от комбрига и выше, это не, это, от комбрига и выше найдите генерала, который разбирается, а любой комбриг, он через себя, он разбирается в закупках, он разбирается в движении документации, в бухгалтерии, то есть он уже будет понимать, о чем речь. И дальше уже генерал под себя Министерство обороны отстроит. А в конце концов, того же Буданова поставьте, и у нас тогда этих летающих бобров будет, наверное, бобры-летяги будут тут носиться вдоль и впоперек, до Сахалина и обратно. Вот я просто о чем говорю. Ну, я пример привожу, не конкретику. То есть вот такой подход должен быть, причем по всей кадровой политике. Да есть достаточное количество офицеров, только офицеров, имеется в виду, это военнослужащих, это вооруженные силы Украины, это служба безопасности, офицеры. МВД сюда не подходит, это спецзвание, то есть это не военнослужащие. Найдите, поставьте, есть очень много офицеров, которые по разным причинам не могут выполнять боевые задачи сейчас на фронте по здоровью, по, допустим, по годам. Разные вопросы ставьте, предлагайте, их действительно достаточно. Причем не смотреть там на старое прошлое, не смотреть там на какие-то политические предпочтения. Сейчас не до политики, сейчас работаем на победу. Вот потом уже политика начнется, после победы, там уже разбегутся каждый куда хочет. А вот сейчас, причем много действительно хороших специалистов, которые выполнят такую задачу. Но это надо подсказывать президенту, верховному главнокомандующему, если кто-то передаст, передайте, вдруг услышит. Тобто Буданов может, можливий министр обороны майбутнє? Неплохая кандидатура Буданов, министр обороны однозначно. Просто у него чуть, так сказать, специфический вид на, вернее, специфический взгляд на выполнение боевых задач, но он неплохой, то есть его взгляд, он приносит очень много пользы, потому это точно пойдет на пользу на нашим вооруженным силам и Министерству обороны. А система контроля в спецслужбах и в СБУ, и в ГУРе, и в службе внешней разведки, там же проходят офицеры контроль через полиграф, там увеличьте там, не раз в год, а два раза в год пропускайте через полиграф все Министерство обороны с одним вопросом. Украл, не украл, коррупционер, не коррупционер. Любой графолог четко скажет, чтобы не ответил, он четко скажет реальную картину. И дальше идет зачистка. Вот почему нет, допустим, в ГУРе или в службе внешней разведки, никто ж не слышал, что есть предатели или есть коррупционеры. Потому что эта система работает. В СБУ сейчас также эта система вводится вот, после того, как зашел новый руководитель Малюк, он так же само вводит, зачищает, и сейчас уже СБУ очищается, изнутри идет очистка довольно-таки серьезная с помощью тех же полиграфов. То есть вот еще одна спецслужба, которая будет выполнять эту задачу и довольно-таки неплохо. Потому вот это, как минимум трилистник этих спецслужб, которые решают вопрос. Надо просто обратить внимание туда, а не на барых, которые пока в данном, то есть пока идет война, они просто не нужны. Эти политические барыги, проходимцы, они просто не нужны сейчас в управлении государством. Вот потом победим, вот потом они набегут, как стая крыс, тогда уже будем отбиваться. У нас сейчас чуть другая задача.